училась в школе, все девочки поголовно были влюблены в скейтеров. Сейчас девочки все больше влюбляются в рэперов. Здесь, на Кубке мира по скейтбордингу в Лужниках, обещают сразу всех. Вот я и посмотрю, есть ли у скейтеров хейтера и в какую сторону покачнется мой баланс. Московский этап чемпионата завершает сессию 2017. Райдеры со всего мира привозят сюда свои самые сложные, самые безбашенные трюки. Ты видел логотип мероприятия? Скейтеры так много падают. Как думаешь, на этом логотипе скорее изображены скейтборды или пластыри? И то, и другое, ведь все это части процесса. Успех нужно заслужить. Я ничего не ломал, кроме пальца на ноге. Но были швы, много ударов, ушибов, синяков. Ломать кости не обязательно, просто встаньте на доску, научитесь правильно падать и делайте свои трюки. В прошлом году скейтбординг включили в программу Олимпийских игр. Так что теперь это не только развлечение, но и официально профессия. Моя мама гордится мной теперь, что я олимпиец. Наверное, больше это для нее важно. Вот. Ну, а мы, в свою очередь, получаем удовольствие от того, чем мы занимаемся. И каждую неделю соревнования в разных странах мира – это наша жизнь. К финалу Кубка подъезжаем в упряжке с Хаски. Рэпером года по версии Jagger Vibes. Рэперы. Только хаски в исполнении хаски. Скейтеры. Потому что они спортсмены. Я думаю, рэперы не смогут на доске так кататься, а скейтеры спокойно смогут зачитать рэпчик. Еще час зрелищных катаний, и у нас есть победители. Титул чемпиона мира отправляется к скейтеру из Словакии, Ричарду Туре. Второе место по миру и первое по России берет Дмитрий Двойнишников. А среди девушек лучшей становится Катя Шенгелия. У нас есть примерно человек 5-6 фаворитов в России. Мы постоянно с друг другом конкурируем. По-доброму конкурируем, друг друга поддерживаем. Ну и просто, наверное, сегодня так звезды сошли, что именно я стал победителем. Ну пусть мой уровень катания пока что не позволит мне заработать даже на буханку хлеба, зато это не помешает мне сделать селфи с легендарным УАЗиком-буханкой, который достался в подарок новому чемпиону России.